Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем на сервере Майнкейк. Вот, я вот только что зашел. Вот. Я еще не практиковался. Да, эпично меня, конечно, убили в тот раз. Вот. Такой. Я случайно чат открыл. Ну-ка, вообще в чат можно писать? А, чат отключен. Окей, у нас 17 игроков будет. Минимум здесь 10 для начала игры. Вот, у нас уже 18, кстати, тут такая толпа собралась такая. Наверное, сейчас я тут всех убью просто. Ладно, я нуб. Ой, вы видели, что я нуб, я по прошлой катке. Игре, точнее. Опа, у нас уже 19 человек, кстати, это будет мясо. О, все. У нас 19. Так, окей. Давайте куда-нибудь... А что тут? Как далеко можно карту? Ладно, сегодня будем это делать. Так, давайте сейчас... Нет, Яснослав, давайте не будем прыгать. Давайте вот тут какой-то домик есть. В Орлов точно не надо, в светлые. Давайте где-то вот тут, вот вижу домик какой-то. Так, пока что не прыгаем. Надо в какое-нибудь маленькое поселение бы. Нажмите Space, чтобы выпрыгнуть из самолета. Эй, люди! Люди, как парашют открыть? Как открыть парашют? Люди! Я не умею парашют открывать, эй! Кстати, я это на превью поставлю. Вот так вот. О, все, на превью поставлю. Так, ну а мы что, мы летим. Все, раскрывай. Все. Так, полетели теперь что? Мы там под населенным пунктом. Так, настройки графики сейчас сделаем. Да какой нормал, экстрим. Ой, блин, ничего не видно. О, мне страшно, о, все. Нормально. Опа, все, мы летим, да, к какому-то домику. Опа, там чувак какого-то. Какой-то там, блин. Мне страшно, там чувак какой-то ходит. Он меня убить может. Ну ничего, давайте. Так, у нас зона. Ой, я как обычно в зоне. О, пуля. Что он тут еще есть? Все, что ли? Одна пулька какая-то тут валялась, никчемная. Ты че? Там уже стреляют. Мне надо быстрее найти оружие. Так. Блин, оружие. Оружия нет оружия у меня. Блин, все что ли залутано уже кем-то или что, я не понимаю. Или тут дом такой плохой, что тут ничего нету. Не бестерхивно. Хотя, судя по тому, что все двери открыты нараспашку. Скорее всего, это так и есть. Блин, даже нельзя окно увидеть. Это плохо. Могу сдохнуть. Хотя лучше мне этого не делать, потому что... Так, тут окно разбито. Если тут разбито окно, это говорит только о том, что здесь были люди. А если здесь были люди, то меня могут убить. Надо закрыть двери. Опа, аук. Все. Так. Оружие еще какое-то вижу. Но у меня на него нет патронов. А, у меня есть на него патроны. Это те пули, которые мне надо. Окей. Окей, тут какое-то еще что-то валяется. Ну все, думаю, нормально. Я думаю, можем здесь посидеть. На двери так посмотреть. Хотя у меня же есть вот это вот. Вот это поопаснее будет. Окей. Окей. Ну давайте автоматик сделаем. Так, ну что, давайте выходим. Так, я думаю, на шифте буду ходить. Потому что, ну там мало ли. Тут кто-то ходит в лесу. Или просто где-то люди ходят. Мало ли. Так. Мне страшно, мне очень страшно. Так, ну тут, естественно, ничего нету. Это логично, потому что, ну, что тут может вообще быть? Опа, а у нас тут... Опа-па-па-па. Шлем прессы. Ну, какие-то пули я нашел. И бинтик. Ну, бинтик это хорошо. Бинтик это всегда хорошо. Главное, чтобы мне гранату опять не закинули, как в той серии. Так, это... Ага, блин, это наука не используется. Опа, тут что-то еще есть.
Гражданский бронежилет. Уху, это хорошо. 3 килограмма вроде весит. Более удаляющие еще возьмем, давайте. Окей. Давайте. Тихо. О, пошел дождь. Думаю, это хорошо для меня. Для меня это очень хорошо, что пошел дождь, потому что меня из леса не будет видно. Хотя, думаю, я все-таки на эту сторону перейду. Перейду на эту сторону. И давайте что-нибудь подумаем, что нам делать. Аэк. Ага, окей. А какие модули-то вообще? У меня ничего нету. Окей. Давайте посмотрим, как он стреляет. А, нормально стреляет. А, тут даже показывается сверху. Тихо, я кого-то там видел. Меня убили. Ясно.